Если вы понимаете, что безумно желаете физической близости с тем или иным мужчиной, вы можете не ходить вокруг да около, а просто заявить ему об этом. Скорее всего, представитель сильного пола будет немного ошеломлен, но он наверняка оценит вашу откровенность. Да и в результате своего признания можете не сомневаться. Это дамам свойственно игнорировать подобные предложения, а парень вряд ли найдет в себе силы, чтобы удержаться от соблазна. Если вы не можете открыто заявить мужчине о своем вожделении, вы можете попытаться спровоцировать его на интимную близость своими поступками. Первый способ – разлитый на его брюке кофе, чай или любой другой напиток. Проводите парня в ванную комнату, чтобы застирать пятно, промокайте его одежду салфеткой в сокровенном месте, и мужчина не сможет устоять перед вами. Согласно второму способу, вы можете начать дурачиться с парнем, затеяв между вами шуточную борьбу. Спровоцировать такую ситуацию может любая его шутка, направленная в ваш адрес. Далее нужно добиться только того, чтобы ваша потасовка переросла в объятия и стрессные поцелуи. Вы можете попробовать организовать совместный отдых на природе с ночевкой под открытым небом, но возьмите только один спальный мешок. Если парень – истинный джентльмен, он разделит с вами ложе. Еще один способ – ложная прохлада. Если вы остаетесь у себя дома наедине с молодым человеком, к которому испытываете страсть, займитесь просмотром какого-нибудь романтического фильма. Потом намекните парню о том, что вы немного замерзли. Если он испытывает к вам какие-то ответные чувства, скорее всего, он примет это как знак к действию. В противном случае, он предложит вам укрыться теплым пледом или выпить горячий чай. Кроме того, если объект вашей симпатии увлекается футболом, пригласите его посмотреть матч у вас дома. Когда его любимая команда забьет гол, вы можете на радостях, будто бы неосознанно обнять и поцеловать его в щечку. Обычно такие яркие эмоции заканчиваются бурным сексом. Если вы с молодым человеком, Который нравится вам, часто пользуйтесь общественным транспортом, старайтесь вставать ближе к парню. Пусть он ощущает тепло вашего тела и прикасается к вам. От такой близости он точно потеряет голову и сам начнет искать подходящего момента для того, чтобы остаться с вами наедине. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт AtleticBlock.ru. Атлетик Блокру это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные риеты и планы питания. Атлетик Блокру это сообщество помощи и поддержки худеющих.